друзья, у меня для вас хорошие новости. Я остаюсь в МБА, это будет 8-й сезон мой. Сегодня я вам покажу, как проходит мой первый день. Это все начнется с тестов. Покажу вам раздевалку и познакомлю, надеюсь, с некоторыми парнями из команды. Со всеми я знаком, но не со всеми играл. По сути, у нас остался только Вова Лаптев, наш молодой игрок 99-го года с прошлого состава. Поехали! Владос! Ты же хотел влога. Привет. Это Влад Одиноков. Он хотел в NBA, но попал в NBA. Тоже неплохо, да? Да, неплохо. Да, король тиктоков. Если хотите, я вам сюда его покажу, вам прикреплю. Он спрашивает меня: Витёк, у тебя есть ТикТок? Я говорю: да, у меня тоже есть, но у меня только всего одно видео там. Хочешь, покажу? Как дела? Отлично все. Ты рад оказаться в NBA? В NBA. Да, ничего не перепутал? Человек собрался в NBA, если что. Тебе это, Егор Вяльцев и Сергей Мой не говорили, что пора менять что-то? Не говорили. Я думал, от них убегу, но не буду говорить. Привет, Егор. Привет, Серега. Хорошо. Там, где и хотел, в принципе, да? Да. Но надеюсь, что через компания хорошая, тут компания, через год или два ты окажешься там, где ты реально хотел. Договор? Да. Это наша раздевалка, пока она в таком беспорядочном творческом виде. Вот. Надеюсь, нам скоро выдадут тренировочную форму. А я, смотрите, сам, да, взял у легендарного Андрея Сопина дома. Пока так. В зале тренируются уже ребята индивидуально. Сейчас мы к ним присоединимся. Усал. Все, подожди, я хотел тебя, короче, удивить, показать раритет. Ты сейчас охереешь вообще. Пойдем. Пуф. Теперь вы понимаете, откуда я знаю Никитос Ремезова, да? Он из команды «Прославленная пирамида». Мой друг, мы с ним вместе играли. Так что Никитоса из новой банды я знаю больше всех. И он все время, каждую тренировку мне говорит, что любит меня. Обожаю. Пацаны работают, даже глаз радуется. Вот это настоящие профессионалы. Макар Коновалов бешеный. Пока пацаны работают, покажу, что у нас здесь по кроссовкам. Вам же интересно, наверное. Кари Ирвинг, у Ткача, Пол Джорджи и Джорданы. У Кирюхи Есипова. Простые и скромные. У Егора Бакинка. Пумы. Нашего атлета Даника Чергина. Пумы у Володьки Лаптева. Зачем ты ему еще креатин, непонятно. Это у Макара Коновалова. Вот такие ирвинги. Наш малиновый закат. Андрюха Малин на Лебронах. И гиперданки такие уже ретро. У Влада Одинокого новые KD. Это я не знаю, от кого остались. Возможно, от Якута. Мы любим тебя, мой мальчик. Но это уже, конечно, можно сделать вот так, в принципе. Да, а у тебя что, Никитос, расскажи. Смотри, мне нравятся такие кроссы Adidas. Это Harden степбэк, да? Да, степбэк, а вот еще Harden тоже. Это ты себе, это Harden пятый, да? Да, да, это я под расцветочку МБА взял. Yeah. Ну, кроссы как... взял, а форму не дали. Как тебе, удобные? Слушай, да, хорошие, мне нравятся. Как, что больше нравится, степбэки или пятые? Степбэки. Yeah. Они полегче, они прикольные. Yeah. Ну, ты сказал, вчера нравится легкость движения. Да, да, ну, чтобы высокого прыгать там всегда. Да. Так как я не прыгаю, я выбираю другие кроссовки. Так я говорил про тест. И многие ушли, но наш Дэн остался. Привет. И сейчас начнем сразу с тестов. Будем тестировать на мобильность. Мобильность, да. Уф, уф. Я знаю, чем мы с Леброном похожи. Чем? Вы оба лысеете. Да, только у Леброна это
началось позже, чем у меня. Я в 16 начал. Масочка была опять покачественнее. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай на себя поехали максимально. Владик, ты не один такой, все нормально. Слабости нет нигде, растянутости. Да? Либо зеленый, либо красный. Ну, когда у тебя было изначально все красное, теперь уже большинство зеленое. Видишь, зелененькую как новую. А красненькую тоже достаточно. Ну, красненькая осталась, а почему нет? Ну, смотри, зато здесь все. У меня все красненькое. Галики остались, грудной нормальный, задняя нормальная, приводы нормальные. Подвздошка твоя зелененькая, передняя, ну, ротации. И у тебя чуть-чуть ягодичная здесь справа. Ну, это ерунда, растянешь очень быстро. Слушай, Дензо, ну мои показатели мы видели, а у Никитоса Ремезова как дела? А у Никитоса Ремезова надо спрашивать, он сам знает. Очень плохо, очень плохо. Очень Но плохо, я пришел, очень чтобы плохо. Развиваться, работать и прогрессировать. Поэтому под руководством Дэна и моего, конечно же. Не зря он четким, меня любит. Под четким. Так, ну все здесь. А у Малины как дела, Дэн, вообще по жизни? Мне кажется, отлично. Это видеоблог «Как дела?» Супер. Puma Forever? Вообще супер. Это Даниил Кочергин, форвард из ЦСКА. Сейчас будет. Сейчас будем мерить кожно-жировые складки. Обхват, ой-ой-ой, а у тебя анорексия? Ассистент Андрей Малинин. Как у вас дела? 29,6. 29,6. 40-50 это будет. Ага, ты что, Арнольд? 32. Эй, Арнольд! Давай, банк. Напрягай? Да. Ну-ка. 70. 35,8. Кадык, блядь, здоровый просто. Впала грудь почему-то. Да. Пробито. Да, это пулевое ранение. От поцелуя? Пулевое. Денис Вадимович, а что это у нас? Это? Да. Калипер. Калипер, который будет измерять? Подкожный жир. Подкожный жир. Жену, которого нет. Ну. 4. 4 у всех. Дальше. 4. 4 у всех. Дальше. 5. 8. 7. 8. 9. 12. 8. 7. Такая. Вопросов нет к человеку. Работало летом, получается. Передай привет Василию Посреднику. Насколько у него 70? У него все плохо. Потому что я в Красноярском крае живу, там невозможно вес набирать. Там всегда плюс 500. Там всегда потеешь. Там жестко. Спасибо большое за работу. Не за что. Да, ты очень помог Денису Вадимовичу. Так, я еще не со всеми вас познакомил. Мой фейворит, я думаю, этого сезона. Серега Клюев, привет. Привет. С невероятной прической. Мы сделаем к концу сезона обязательно конроу с косички. Это будет минимум Кавай Ленар. Минимум. Да, и большой привет Маше из Сочи, которая подарила мне повязку на голову, но она сейчас... На мне. Да. Спасибо. Это нереальный призер. Спасибо. Рад тебя видеть в нашей команде. И я тоже. Появиться в вашей команде. Так, продолжаем дальше. Если вы не знали, когда... Володя Ткаченко был маленьким, я принес нашему тренеру Андрею Вячеславовичу Шигину, большой привет тоже, форму, ну, там, игровые майки, это было около, наверное, 5 лет назад, и моя игровая майка досталась Володе. И вот, представляете, мы сейчас в одной команде, работаем на тренировке с ним в паре, и он очень этому рад, наверное. Очень. Я и писать как. Добро пожаловать, молодец. Самый у нас массивный игрок. Вася Посредников, привет, друг. Здорово. Да, школа ЦСКА, но хорошо, что он оказался у нас в команде. Да. МБА. И МБА Кирюша Есипов, тоже, он воспитанник МБА и Тринты. Андрей Вячеславович.
Андрей Вячеславович, привет тоже. Рад тебя видеть. Спасибо. Самый вообще скилловый игрок, который у нас появился. Чуть-чуть устал, работал. Макар Коновалов, рад тебя тоже видеть. Спасибо, тебя. Будем работать, да? И чемпион Суперлиги, кстати, в прошлом году. И в этом тоже, надеюсь. И в этом... Самая красивая химия. Самая красивая химия на голове. И будет держать тоже командную химию Володя Лаптев. Единственное, мы с ним остались. Салам алейкум. Салам алейкум, говорит он. И удачного тебе сезона. Тебе, брат. Если ты не будешь обыгрывать 1-1, тип. Егор, все нормально? Да, мы все нравится. Ты должен лопнуть чуть-чуть, ага, повыше. Ага, молодец, браво. Игрок, который сказал, что скажет только привет. Даня Касаткин. Салам алейкум. Оф. Что делаем? Поработали в зале, а теперь делаем грязь, да, в тренажерку? Легкую такую. Легкую такую, пыль. Пыль. Легендарную? Легендарную. Легендарную. Пусть она легендарная, это, да. Тренер нормально делает? Тренер шикарно. По-моему, у него посильнее чуть показатели, чем у тебя. Есть такое. Тренер машина. Так, что за затылок зачесался, да, по-моему? Ё-моё! Блин, так классно делаете, пацаны, вообще супер. Ой, да не надо ничего, вот, один тринтовец работает. Глория отдыхает. Это тринта, но она же все сделала, да? Ну-ка, покажи, что ты можешь. Ой-ой-ой. Да-да, вот так правильно. А пресс какой, можешь показать? Нет. Пресс имеется? Имеется. Не слышу. Спасибо, спасибо, да! Конец тренировки получается. Все правильно, договорились, 12 поводы. Вот так закончился наш первый день, допустим, да? Если вам понравилось, то обязательно пишите, расскажите, как вам новые парни. Но мы с ними еще познакомимся. Так что давайте, говорите, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за комментарии. Что там еще? Как я их, да, обучил-то за один день? Вообще красавцы. Следующее видео будет уже со сборов. И, надеюсь, у нас будет экипировка. Ура!